Мы выиграли. Общий тест обновления 9.3.5.10.61.18. В этот раз на тестирование игрокам предоставлено сразу несколько комплексных нововведений. Теоретически, улучшенный балансировщик, легкий ПТ 10 уровня, РП артиллерии, более 20 танков для ВПРВ. Подробнее об этом через час. То, о чем 5 лет просили игроки, случилось только сейчас. В камне страх появился новый, простой фрезеровщик. Большинство хуев будут трехуровневыми. Но есть три обязательных условия. Хуев в жопе не больше трех. Хуев в рту не меньше, чем в жопе, но и не больше пяти. И писка не меньше 7 сантиметров. Каждый из САС попадал в команду со взводом коков. Это могло быть но из-за 2-3 человек хуев сосала вся команда. Ситуация не изменится. Высказать свое мнение о новом балансировщике можно, но все похуй. Первое, что бросается в глаза при игре на новой арте, это старый добрый хуй во рту. И ситуация не изменится. На этом все. Принимайте участие в сосировании и забывайте, что когда-то игра была лучше. В мире блогеров грядет битва блогеров. С 30 января по 30 февраля участвуй в бестлигом противостоянии танкистов. Клиенте игры вступай в игру, но Амгрей, Корбин Фаллос, Трюша или Лапша. После этого поменять сторону нельзя, так что выбирай Корбина. В битве блогеров ты зарабатываешь очки, от блогера зарабатывает деньги. В финале побеждает команда с большим количеством алкашей. Вместе с другими игроками ты проигрываешь время и приближаешься к достойным наградам. Вырви классной кастомизации, а также командиру с дебильной озвучкой от блогера. Чтобы заработать геморрой, сражайся в новом режиме 24/7. И самое главное условие — быть готовым к победе левши, но ты докажи, что твой любимый Корбин лучший, и что за ним стоит армия целеустремленных кардавцев. Удачи в битве блогеров! И пусть победит Ария Абстерк. Привет, танксисты! С вами 40 тонн. Съебался нахуй. С вами МВ-921. Команда разработчиков только планирует и нихуя не делает. И знаете, теперь при получении пизды в случайных чайных боях хуях будет выдаваться дополнительная нога. Интересно? Интересно. Тогда пошел. Отсюда нахер, подонок! Мы вступили в гей-общество и пришли к выводу, что арта лучший класс САС машин альтернативной ветки дагестанских ПТ и ее топ. FSB-42-097-5352 не пользуются широкой тональностью среди пидарков. Фоков. Поэтому клетку главного калибра и ее похуйчества ждут изменения. Не-не-не. Теперь вы сможете стать более оппозиционно, как и подобает Невейному. Легкие появились в игре давно. Они заебали всех. Мы решили добавить им мышьяк в муку. Цыганскому Шреку и французскому танксисту увеличили член. Тостер Элван по Джарибанус. На всякий случай ему выдали камшот. Немецкому Metal Wagon мы скорректировали ТТХ ха-ха-ха под роль трипера. В остальном он и так хорош. Шош. Принимайте участие в гей-порно. Мы ждем ваших денег. Удачи в аду. С обновлением 1.1 в жопе становится жарче. World of Tanks все так же говно. Новая кампания взратых задач. Три операции с уникальной наградной парашей. Полноценная польская ветка поляков. Новые карты Свинск и Обезьянки. Об этом прямо сейчас. Начнем с польских поляков, родом из Польши. На первом уровне 4 четверки, сделан на базе Унитанза. На выбор 2 орудия, но 7 на срать. На втором уровне 6.
Легкий танк с отличной возможностью не играть на нем. Третий и четвертый уровни — это все еще шлак. 25 ТП. Из главных достоинств то, что за минуту поляк спокойно и размеренно может быть пройден за свой бойку. На шестом и седьмом уровнях ТПТ и ПТП Хачиха. У первого танка средний разовый урон 0 единиц. Играть на машине неприятно. Второй танк знаменует плавчевный переход к тяжелым танкам. Ключевое слово – плау. По меркам тяжей, бронирования, бронепробиваемость, динамика и разовый урон недостаточная. Вся эта сперма дает понять врагу, что польские танки – дерьмо. 53 ТП морковка относительно мирный, но это еще полдела. У него комфортный рамзан и время сладения. Альфа 20 единиц и бронепробиваемость 18 мм. И 53 ТП готов делиться этой радостью. 50 ТП Шишкевича. По сумме характеристик, это младший брат Бершака. Стрям. Стинки. Стрям. 66-е Левандопана приводит Светку к логическому минебу. Это медный, но хорошо фаршированный танк. Но он не был бы поляком, если бы не был бы родом из Польши. Танк Левандопана — универсальный солдат, но после кастрации. Польская карта обезьянки. Это от поля с тремя дамами. ЛТ будут светить по центру. А в средние — тяжелые танки и ПТ. Неважно. Лучше всего выйти в ангард. В этом городе началась история World of Tanks. Здесь же разрабатывается World of Tanks. Теперь Минск есть World of... В небе с ревом проносится муразор. Карта получилась бы непонятной, небольшой и невариативной. На этом все. Качайте пиксу. Salas.